Около 100 тысяч рублей сегодня лишился один из предпринимателей города. В такую сумму ему обошлись несанкционированные перцы на своем складе. Нарушение выявили региональные представители Россельхознадзора и прокуроры Северодвинска. Сегодня продукты изъяли и утилизировали на свалке. Перец свежий, как указано на этой упаковке, так и не попал на стол к покупателям. 52 килограмма овощей сотрудники прокуратуры и регионального Россельхознадзора сегодня изъяли на складе у индивидуального предпринимателя. Происхождение этой продукции – Польша, и она постановлением правительства Российской Федерации запрещена к ввозу в Российскую Федерацию. При проведении досмотра под карантинной продукции у индивидуального предпринимателя на оптовом складе была продукция эта обнаружена. По словам предпринимателя, его представитель перекупил перцы в Санкт-Петербурге, а там попросту невнимательно посмотрел страну поставщика. Сегодня овощи вывезли на городскую свалку и там утилизировали. Проверки проводятся ежемесячно. На регулярной основе мы такие проверки проводим. Практически во всех случаях имеются нарушения фитосанитарного, в основном, законодательства, контроля. Что касается санкционной продукции, она выявляется довольно-таки редко все-таки. Но в этом году, по-моему, это второй случай. Так, в один миг предприниматель лишился 10 тысяч рублей. Примерно столько он выручил бы за продажу этих перцев. Мария Воробьева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.